Только самые быстрые ребята в мире успеют поставить лайк и написать комментарий за 3 секунды. Всем здорово, дорогие друзья! С вами по-прежнему Овер. Мы продолжаем играть в игрушку под названием Bimenji Drive. Сегодня в видосике мы вместе с вами будем заниматься прикольным делом. Посмотрите, у нас есть вот такой внедорожник. Большой, достаточно длинный и невероятно мощный. Он нам нужен, ребят, для того, чтобы забраться вот в эту горку. Но гора у нас, ребят, непростая. У нас падают камни сверху вниз, которые будут мешать нам забраться в эту горочку. Такая каменная лавина, если это можно так назвать. Ну и наша задача, ребят, доехать до конца этой горочки, финишировать в этом месте. Я не знаю, насколько это трудно, я не знаю, получится ли у нас вообще это сделать или нет. Ну что ж, надеюсь, вам такой видосик понравится. Заранее лайкусик, друзья, и поехали. Заранее также хочу сказать небольшой спойлер. Сейчас у нас падают камушки, но потом мы можем поменять все это дело на машины. Но для начала давайте попробуем с камнями, ребят, пройти вот такой вот камнепад. Поехали, выезжаем, ребят, мы на полосу препятствий, уворачиваемся от камней, но капец это сложно, и слушайте, что-то у нас, грузовичок-то, внедорожник-то не едет, ребят, особо, хотя нет, забирается, но в этом и сложность, ребят, что он не слишком маневренный. Ой-ой-ой-ой-ой, попал уже, ребят, кирпичик по мне, уже влетел я, аккуратно-аккуратно, пролетаем, ребят, слушайте, довольно опасно. Опасно это выглядит! Боже, опять в то же место по колесу, ребят, заднему. Стой, стой, стой! Машина уже сама, ребят, едет. Просто капец, все. Не получилось, ребят. Остановили меня все-таки булыжники. Хоть я и сопротивлялся, хоть я и пытался, ребят, проехать, но нифига у меня не получилось. Боже, и в самый низ, ребят, я просто долетел. Вон мои кусочки там. Ладно, давайте попробуем еще раз. Хорошо, поехали, друзья. Будем поаккуратнее, хотя я не знаю, куда еще аккуратнее. Я и так, блин, стараюсь вообще... Фух, на камни эти не попадать. Так, ладно, немножко перед ударило, теперь и взад попало, и все. Походу, я не еду, да? А, нет, я еще каким-то образом еду, боже. Правда, зацепилась у меня крыша. Аккуратно, камни. Тихо-тихо-тихо. Капец, ребят, вот это сложный челлендж, да? Давненько такого у нас не было в Bimenji Drive. Прям лайкусик, ребят. Ладно, продолжаем. Смотрите, уверенно на одном дыхании просто еду. У-у-у! Боже, уворачиваюсь. Слушайте, практически доехал до конца, серьезно? Ай, зацепилась. Ха-ха! Но, давай. Что тут надо было объезжать? Объезжаю. И пока не хочу радоваться, ребят. Давай. Фух, все, объехал. Я финишировал. Ну что ж, друзья, вот так вот у нас получилось преодолеть это испытание. Но это, конечно же, еще не все. Давайте попробуем немного изменить правила игры. Смотрите, ребят, теперь вместо булыжников у нас летят вот такие кубики, получается, металлические, или как они сделаны. Их гораздо больше, они летят быстрее, хаотичнее. И я думаю, что будет гораздо сложнее проходить это испытание. Боже, я только выехал, ребят, на эту тропу. Сразу же меня перевернуло, просто сразу мы летим вниз. Неужели это так будет сложно, ребят? Ну, сейчас будем пробовать, ладно? Хорошо, поехали, со второй попыточки попробуем. Итак, просто врываемся, ребят, на эту горку. О, да я не могу даже выехать, ребят, нормально. Тут же получаю удары, но хорошо, что машина довольно крепкая, ребят, что она держит. Вот два удара по мне прошло, но я продолжаю ехать. Как уворачиваться от них, если они просто в каждом углу, ребят? Абсолютно в каждом углу. О боже. Переднее колесо. Нет, ребят, все, я без одного колеса. Боже, еще попадают. Все, по-моему, хана, ребят. Капец. Вот это да. Я думал с булыжниками хардкорно, но оказывается, ребят, я был неправ. Здесь у нас еще сложнее, потому что тут прям реально больше этих штукенций падает. Ладно, поехали. Так, давайте посмотрим, ничего тут нам не ударит. Вот все, можно... Стоп. Ладно, поехали. Опа! Хорошо, перелетают. Единственный плюс, что они жестко отскакивают, ребят, и перепрыгивают нас. Да, либо падают прямиком по крыше. Что это за гигантский? Ой-ой-ой, гигантский треугольник, ребят, видели? Вот если бы он по нам попал, все, мы бы сразу остановились. Так, хорошо. Капец, какая крепкая машина. Просто жесткач. Ну, нет.
Объехать это! Объехать, пожалуйста! Я не заметил, ребят! Не заметил этой ямы, в нее попал. Боже, 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 хорошо, что в это время не попал по нам этот камушек. Ё-моё, аккуратно, опять гигантская, ребят, треугольная или какая-то вообще фиговина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот тут яму надо еще объехать. У-ху! Боже, просто капец, просто капец. Вон финиш, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Фух, ну что ж, ребят, это было довольно сложно, посложнее, чем в предыдущий раз, но мы все равно справились. Но, ребят, давайте немножко еще поменяем правила. Ну, как я вам обещал, ребят, теперь у нас будут машины падать с горы и будут врезаться в нас. Я думаю, что это максимально вообще будет сложно. Посмотрите, вот летят эти тачки, вот они спускаются, разломанные все. Единственное, их не так много и, наверное, будет полегче, но нет. Просто нет. Если еще камни, булыжники всякие в нас когда врезались, мы могли ехать дальше, то здесь, ребят, если в нас врезается машина, все. Это сразу можно заново. Хотя, смотрите, я доехал до конца, тачки эти пропали. Можем такой челлендж прям с самого начала, ребят, горки заехать. А ну-ка, поехали. Давай, 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 держу газ пол. Объезжаю, объезжаю. Ай-яй-яй-яй, хорошо. Продолжается наша езда, ребят. Все четко. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, машина уже мне не поддается, ребят. Я ей могу вообще практически не контролировать, потому что она и не контролируется. Ладно, еще разочек пробуем. Заезжаем в горочку. Да что ж ты будешь делать? Сколько тут тачек, ребят? И все хотят нас уничтожить! О! Все, перевернули, ребят, нас машинки. Все, опрокинули, боже мой. Ладно, предлагаю сделать рестартик, а то мы уже какие-то прям жестко разломаны, и тачка уже практически не едет, лучше заново. Поехали, ребят, еще разочек, может быть, со второй попыточки получится. У нас заезжаем прям сразу же. Блин, еще из-за пыли нифига не видно, где машины. Ай-яй-яй-яй, объезжаю. Офигеть, ребят, вот это челлендж, да, вот это лайкус просто гигантский. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, надо смотреть вперед и прям предугадывать их траекторию, но, блин, они же могут врезаться, да, куда-нибудь, изменить вообще траекторию полета, и фиг угадаешь, и еще вот эти ямы, боже, но тут, ребят, чисто яма мне помешала, а потом уже тачка, если б не яма, я думаю, я бы забрался подальше, ну, капец, вот они машины, ребят, да, вот против булыжников вообще не сравнится, ребят, это сложность, ладно, пробуем еще раз. Что происходит? Что с картой произошло, ребят? Ладно, сделал я еще один рестарт. Короче, ребят, что-то подлагало. Окей, все, поехали. Короче, врываюсь просто на поле боя. Раз, шоу, объезжаю одну. Ой-ой-ой, почти объехал. Ладно, объезжаю другую. О, вон две, три даже летят меня. Но все нормально, ребят, мы держим скорость. Поехали, ребятки, все должно быть четко. Погнали, погнали, ребят, все у нас с вами получится. Давай, 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 тихо. Блин, там яма. Фух, чуть-чуть чиркнуло. Блин, понимаете, еще вот очень сложно разворачиваться, когда ты едешь в горку. Капец, машина и так еле едет. А если еще быстро разворачиваться, то вообще не получается. Ну, ребят, никак, вообще вы сами видите. Но, блин, если просто везет, то везет, ребят, уже основательно, везет капитально, и можно заехать. И все-таки у нас, походу, это получится. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ой, вот он финиш. Боже, ребят. И слушайте, это был, по-моему, мой самый лучший раз. Первый раз, да, с булыжниками я проехал за 59 секунд. Второй раз с вот этими квадратиками за минуту. И сейчас за 57 секунд, ребят. Ну, это лайкусик. Это еще не все. Давайте попробуем немножко так же дальше изменить правила. Ну что ж, ребят, самый первый раз у нас были гигантские булыжники. А теперь посмотрите, гигантские булыжники заменили маленькими, но их сделали в 800 раз больше. Ну, в плане количества. Посмотрите, сколько этих маленьких штукенций, и просто они гораздо жестче сбивают даже, чем большие булыжники. Потому что от больших булыжников, ребят, все-таки легче уворачиваться, их меньше и больше мест, где можно проехать, но здесь огромное количество мелких камней, которые вообще не дают никакого свободного пространства. Я не знаю, ребят, как проезжать. Просто посмотрите, они сразу же ломают машину, они сразу же меня останавливают, и, наверное, это, скорее всего, ребят, будет, походу, первый челлендж, который я не смогу пройти. Но, ребят, я буду пробовать до конца, я буду бороться, потому что очень хочется попробовать. Так, поехали. Капец, булыжников просто тьма.
Ребята, как это объезжать? И нам всегда дается одна машинка. Эту тачку не я выбирал. Я бы взял Ниву, конечно, нашу любимую. Блин, ну каким образом, ребят, мы должны это проезжать? Ладно, давайте попробуем. Хорошо, поехали. Вот так вот, на скорости. Лол, тогда не... Не увернуться же никак. Они и слева, они и справа, они и по центру, они везде. И вот залетело просто в голову. Ой-ой-ой-ой. Ну, слушайте, это рекорд. Это рекорд, ребят. Так далеко с этими маленькими булыжниками я еще не заезжал. Но, боже, они просто каждую секунду по мне попадают. Офигеть, что с машиной, ребят? Слушайте, напишите в комментах, рискнули бы вы, друзья, забраться вот в такую гору, если бы на вас падали вот такие булыжники. Либо тачки, ребят, разломанные. Вот напишите, рискнули бы вы заехать, если бы вас на слабо кто-нибудь взял? Я бы, ребят, если честно, никогда не рискнул, потому что это супер опасно, просто жесть. Помимо того, что и так сильные повреждения, так тачка еще переворачивается, а там, блин, вообще все, можно сдохнуть сразу. Блин, боже, что? Как, ребят, это сделать? Я только выезжаю, меня сразу же, ребят, дамажат эти камни. Окей, давайте попробуем, ребят, другую тактику. Смотрите, попробуем сразу поехать влево, да, вот туда вот дальше. Вот так проезжаем. Оп, ой-ой-ой, хорошо. И вот здесь попробуем заехать, потому что обычно в самом начале... Да нет. Не, ребят, разницы никакой, что мы слева едем, что мы справа едем. Грубо говоря, мы вообще нигде не едем. Потому что сразу, вот, посмотрите, опрокинули мою машину, друзья. Не, это супер хардкорно, это супер сложно. Я не знаю, ребят, как это проходить. Я, конечно, еще попробую, но, блин, это супер сложно, конечно. Просто капец. Я думал, сложнее тачек ничего не будет. Хотя нет. Что? Как я прошел? Чего, ребят? Что-то забаговалась игра, походу. Но слушайте, официально можно считать, что я прошел. Но если так, то нет, ребят. Конечно, я не прошел. Не знаю, что лаги какие-то. Но, блин, это и невозможно пройти. Мне кажется, это вообще непроходимый челлендж, ребят. Пишите в комментариях тактику, как проходить это. Ну, просто это невозможно. Если там я хоть как-то мог уворачиваться, то здесь, ребят, абсолютно никак. Ладно, давайте, короче, последний раз, ребят, я попробую. А если вы хотите, чтобы я прошел до конца, если в этот раз не получится, пишите тактику, и обязательно в какой-нибудь из следующих серий я попробую преодолеть эту лавину каменную. Просто капец. Ну, нет, я не знаю, ребят. Я просто-напросто не знаю. Ну что ж, в принципе, на этом можно закончить вот сегодняшний ролик по такому прикольному челленджу. Надеюсь, вам видосик понравился. Сегодня мы реально попотели, сегодня мы поразражали эту тачку, да и вообще поугарали на славу. Не забывайте подписываться на канал, оставляйте положительные комментарии, ставьте большие пальцы вверх. В описании ищите ссылочки на мои социальные сети, ВК, Инстаграм, все дела. Блин, как же я далеко все-таки заехал. Ну а на этом, ребят, я с вами прощаюсь. Не забывайте, опять же, про лайки, про колокольчики. С вами по-прежнему был Овер. Всем удачи и пока-пока!